поставить. Да, я увидел. Ну, вот так, кстати, урн тоже дышит водом. Обратите внимание, она уже не виртуальная. Да, то же самое, то же самое. Реутов традиционно один из самых чистых городов Подмосковья. Сегодня мы посмотрели 16 дворов одной из управляющих компаний, которые предъявлялись к сдаче. Замечания столь незначительные. Я думаю, что коллегам хватит буквально 1-2 дней для того, чтобы устранить эти замечания. Уже начали ямочный ремонт, который не был обязательным условием к сдаче дворов, что приятно. Много жалоб мы получали на ямы во дворах. И сегодня, вот вы видите, мы прошли по 9-му микрорайону, по 6-му микрорайону. В этих всех дворах либо уже проведен ямочный ремонт, либо вот здесь вот на Юбилейном проспекте мы видим, сейчас два проезда у нас, Солнечный и Юбилейный проезд, полностью ремонтируются. Вот покрашенные элементы МАФ и ДИП, это тоже обязательное условие приема. Да. Поэтому помимо того, что детское покрытие, с доработками покраску я не разрешаю принимать. Необходимо докрасить элементы детских площадок и малых архитектурных форм для того, чтобы дворы действительно находились в нормативном состоянии, были идеальными и могли быть принятыми. Сейчас люфт между горкой и подпоркой все равно есть. Нет, ну, значит, этот... Вот. Значит, надо подпорку тогда сделать выше. По резиновому покрытию практически на всех детских площадках есть дефекты, которые при наступлении нормальных погодных условий, я думаю, что в ближайшие 2 недели именно их и как бы коллеги доработают. Важно, что управляющие компании уделяют внимание нашим дворам, слышат мнение жителей, поэтому, конечно же, мы будем сдавать дворы в идеале. Для нас это принципиально важно. Мы на сегодняшний день уже сдали 63 двора. Сегодня вот мы смотрели еще 16 дворов. Всего в Реутове 211 дворов, которые, я уверен, что мы в срок сдадим.